Всем привет! Всем привет на канале Live in Game. Привет ассасинцам, ассасинятам, ассасиносцам. В общем, всем, кто ждет продолжения и смотрит наше прохождение. Вот так. Так, секундочку, у нас тут сразу же срочное неотложное дело. Спасем чувака, если успеем. Так, тихо там. Так. А! Так, а ну стой. Ой, не срослось. Ну ничего страшного. Ничего страшного, эта херня поплатилась за все. Вот так вот, ты поплатился. Как нажать, чтобы на него написать, например. Так, ну да ладно. Нам тут говорят, что нужно найти нужного человека на плантации. Я постараюсь говорить голосом, как я представляю, должен говорить этот чувак. Сейчас. Вот так примерно. Я постараюсь найти нужного человека на плантации. Ах ты жалкий француженка, лягушонок. А ну, сдрысни. Так, плантации. Набеги на плантации позволяют освобождать много рабов одновременно. Найти плантации можно у Порт-о-Пренса и на других островах Карибского бассейна. Вот так. После успешного набега плантация останется заброшенной до тех пор, пока не объявится новый владелец. Очень полезная информация. И... Не суйте по. Пока, лягушоночек. Так. О, черт возьми. Где вся эта нечисть? Так, что там нам сделать? Нужно убить надсмотрщиков, оставить живых рабов. Так, ну окей. Давайте так и сделаем, а потом уже будем искать нужного человека. Алямбамы! Так. А давайте попробуем. Ой! Что ж ты так оказался резко? Нежданно, негаданно. Давайте попробуем, например, стрельнуть в него там этим ядом. Где это тут у нас? Да, вот. Чтобы они сами там с друг дружкой подцапались. Так. Оп. Ну-ка, давай. Так. О, мочи там всех, давай. Мочи всех и сам подыхай. Ой, что-то не тем голосом я говорю. Мочи там всех и сам подыхай. Жалкий лягушатник. Так. Нас только трогать, в принципе, не стоит. Так, колокольчик, ну его к черту. Так, вот уже троих мы сняли, окей. Полазим по полям, посмотрим, что у нас тут парам-пам-пам-пам-пам происходит. Так, спокойненько. Ай, чертовы французы. Француженки. Француженята. Так, ляп. Ну что же, давайте заберем этого чувака. Давайте, кто-нибудь еще сюда. И... Хотя... Да, подождем вот этого паренька. Давай. Иди на соловья. Что там происходит? Я не понимать. Что кто свистеть? Это я, сучара. Так. Что, поднимемся, пожалуй, на эту чудо-башню.
Наверняка там одна из точек обзора. Ой-ой-ой-ой, что-то не то. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Ничего страшного, давай. Что там, не допрыгнуть никак? Во. Давай. О. Что тут у нас разлетались соколы всякие. Так. Ну теперь все стало более явным. А пока мы здесь, я думаю, можно. Так, где вы, черти? Можно вот этих еще двух снять. Ребятишек. Давайте, ребятня. А еще Хан, какой противный ты чувак рядом со мной. А, вот они о чем-то там говорят, а мы в это время посмотрим в подзорную трубу. О, да там настоящий бомбеж. А, блин, жалко, этот остался в живых. Так, а вы там что? Так, я неужели так могу далеко плевать? Нет, походу так далеко не могу. А вот так могу. Так, стой, стой, стой. Ай, бля. Ладно. Да, меткость — это не мое второе имя. И, наверное, никогда им не будет. Так. О, это ж можно нормально лупануть. Ну что там, деритесь давайте уже. Деритесь, убивайте друг дружку. Так, а сколько у нас осталось их еще? Блин, какого черта? Ты еще и зараженный. Ты зараженный пришел ко мне. То есть ты зараженный пришел ко мне. Барам-бам-бам. Опа. Ну? Раз. Не получилось красиво, но ничего страшного. Да что ж ты будешь делать? Я же тебе только что голову прорезал. Как ты дальше убегаешь? Я не сильней. Так, окей. Главное, что на ногах стоим на самом деле. Да, из последних сил. Но стоим. Так. Где-то сундучок у нас еще где-то рядом. Давай, давай, в кустике. Чем тут вообще бабахнуть-то? Нормалек. Нормалек, там что-то бабамбавей поют. И у нас еще 7 надсмотрщиков, блин. Так, вот тут у нас еще парочка. Тихо, чувачок. Тихо-тихо, ляг, отдохни. Так, отойди, отойди, чернобыль. Ой. Так, я могу их так называть, потому что я сам сейчас такой. Где ты пришло? Давайте, братья, помогайте мне.
убит. Вот, вот, да, да. Помогайте, помогайте. Лучше беги, тварь! Добивайте, добивайте его. О, хорошо. Вступили за меня мои черные братья. Ну или не за меня, но все равно это мне помогло. Так, окей. Угу. Тихо, 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 тихо. Давай по кустикам. Давай, 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 давай. Ой, хорошо. Давай, тяни, тяни его. Знакомый мотив. Самое время напеть. Кто не будет спать, того крабик съест. Это ничего не происходит. Кто не будет спать, того крабик съест. Мудрый ждет в той стороне. Спасибо, сестра. Так, теперь мы знаем, где мудрый. Ну что же мудрый? Мудрец. Что, у тебя ничего нету? 15 Рубасовичей. А где же ты, мудрец? Вон, ты где-то там. Так, а надсмотрщица? Надсмотрщица где? Так. Нужно еще парочку, вернее, троечку. Ой, схоронились нечаянно. Так, ну не-не-не-не-не, мы тут доиграем. Сперва. Так, вон они. Он бусь пли. Эй, даба! Ой, он бусь пли. Он бусь пли. Анхалафа, на тебе. Так. И этих. Господи. Раскудахтались. Так, двадцаточку мы и так сняли, в принципе. Надо найти укрытие и дождаться ночи. Ну что же, пусть они ищут укрытие и дожидаются ночи, а мы теперь наконец-таки пойдем до нашей цели. Узнаем, что там нас ждет. Только по пути не забудем мы заглянуть в сундучоночек. О, нормально. На певчанский. Да ладно, все, 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 я не хотел сюда идти. Нам нужно доберитесь, где ты? Ну, прикольно. Ну уже доберитесь. Ага, ну вот. Добрались, и сейчас будет что-то интересное. Ну, во всяком случае, я на это надеюсь. Дайте мне еще немного лягушатины. Ха-ха-ха. Говорит наш герой. Чертов Форест. Mm-hmm.
Так, тут заруба. Наших валят жестко. Они тупо дуют. Вот вообще по полной программе кряхтят. Продолжают кряхтеть и проигрывать. Получать с мушкетона. Ну и это означает только одно. Только одно, вашу мать. Нам нужно спасти своих ребят. Да-да-да, хороший, да. Ой. Промахнулись, только ничего. Ой, ай, ой. Не по лицу, не по лицу, ребята. Хорошо. Мы все еще живы, это не так плохо. Еще дышим. Может быть, исправимся. Так, тихо, тихо, тихо. Все, хорош, хорош. Хорош, пора текать. Пора текать, пора текать. Давай, давай. Нет, не получилось у нас. Прямо перед такой киношный момент. Мы прямо были перед большим прыжком, чтобы как-нибудь доспастись, но этого не произошло. Ладно, давайте тогда выберем тактику. Более скрытную. Если это получится. Так, 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 нас уже заметили там. Палят и палят. Так, ну все, опять не срастается. Что все, не слава богу, давай. Да что ж ты будешь делать, дорогой? Так. О, возле воды поприятней. Давай, иди, иди поплавай. Что ты там согнулся, паренек? Паренек в шляпе. Давай, давай, добивай его, добивай. Да что ж, блин, господи, ударь ему там под коленку куда-нибудь. О! Ничего страшного. Ничего страшного, давайте, твари, идите новые. Нам нужна свежая кровь. Так. Ой. Что? Не туда я вылез явно. Но они, вероятно, сейчас прибегут сюда. О, да. Так, ну, ну. Так, давай, давай, сразу контратакуем. Ляп, 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 ляп. Французикам. По головушке-то. Давайте следующий там, кто у нас? Чё, бомбочки, бомбочки, хуёмбочки. Давайте посмотрим. О, вот у нас какой-то чувачок. И все, мы тебя просто... Просто можно было толкнуть, и ты сдох. А твоих чуваков-друзей я бью по голове, прям между глаз ножом, господи, этой вот штукой, и они живы до сих пор. Как-то все так себе. Ну давай, вставай. Так, Ребзя, тихо, тихо, я пришел вас спасать.
Я поговорю с ним на французском. Сюда. О, да, прикольно. Прикольно пустили шипуна такого. Да мы тебя в честном бою сделаем, дядя. Как они кряхтят забавно. Так, ну где оставшиеся? Ага. Так, минус 2. А сейчас будет минус 3. Да, минус 3. Ну и, пожалуй, давай минус 4. Вот так, иди поплавай. Плавать ты не очень умеешь. Спасем старика. Нельзя. Дать ему идти. Река. Скорей. Они приведут других. Угу. Нас ждет большая погоня, как я понимаю. Так, ну давайте попробуем догнать. Так, хорош, хорош стрелять там, расстрелялись. Я быстрее, не могу. Так. Так, 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 давай, 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 давай. Не отставай, не отставай. Быстрее, 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 чувак. Не стреляйте, не стреляйте, я просто тут бегаю. Давай, 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 давай. О, да. Мы прошли это задание. Мы схвали это задание. А, вот. Давайте посмотрим, что будет дальше. Этот нам дедушка наверняка что-то сейчас расскажет, скажет: внучок, спасибо тебе за победу. Ну-ка, давай. Агюстен Дьюфор. Мы говорим, а Бог делает. Губернатор двуличен. Бастиена помогает. Но наша свобода еще далеко. Все дальше. Такой воин нам бы очень пригодился. Благодарю. Но я служу другому братству и обязан буду вернуться к ним. Лишь духом ведомо, когда это будет. А пока я дам вам приют и оружие. Возможно, наши цели совпадут. Что нужно? Рекруты, беглые рабы. Воины пополнят наш отряд. Прочие — наше поселение свободных. Ветка за веткой птица вьет гнездо. Думаю, пока что я могу помочь. Помощь есть помощь. Помогайте, пока сможете, и вас вознаградят. Торопитесь, у нас много дел. Так, ну что же, вот нам пишут, что освобождение рабов принесет вам доверие других освобожденных невольников. Они могут помочь, добывая вам новое оружие и улучшение для корабля. Корабля? Это нам нравится. Так, вербовка маронов поможет усилить сопротивление. Мароны-рекруты могут стать матросами вашей команды, лазутчиками на плантациях или снабжать вас боеприпасами, или просто носить еду. Так, окей. 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 Так, ну что же.
Купите боеприпасы для мушкетона. Так, первым делом сейчас купим, а потом продолжим. Потому что у нас появился новый девайс. Ну-ка. Есть новинки. Есть новинки, говорит. Боеприпасы, так, хорошо. Дробь. Конечно же, подтвердить. Спасибо. Приходите еще. Отлично. Итак, друзья, теперь нам придется продолжать бегать по этим островам. Только теперь новая задача — насобирать нам рекрутов. И в следующей части мы будем заниматься именно этим. И этим, да, вот. Бегать, собирать, освобождать рабов, нанимать их. И чтобы они были в нашей замечательной черной армии. Вот так. Поэтому до встречи в следующей части. Ждите продолжения. Обязательно оно будет скоро. Пока.